Так, давайте я представлю свого колегу по роботі, Кирила Анатолійовича Хижняка, дуже гарного кардіоанестезіолога, мабуть, майже єдиного в Україні. Ну, не єдиного. Не єдиного, ну, одного із небагатьох, хто настільки цікавиться і орієнтований в регіональній анестезії, який активно імплементує цю регіональну анестезію в кардіохірургічну практику. Тож він якраз і розкаже нам про це. Дуже дякую вам. Итак, шановні колеги, если разрешите, я продолжу презентацию на русском языке. И тема сегодняшнего доклада о регионарной анестезии в кардиохирургии. Что же, собственно, является предпосылкой для того, чтобы использовать регионарную анестезию в кардиохирургии? Сейчас, ну, только сейчас, уже достаточно давно говорится о том, что лишь мультимодальный подход для обезболивания, для проведения анестезического обеспечения позволяет получить полноту защиты человеческого организма или пациента от хирургического стресса, от операционной травмы. И именно идея мультимодальности в анестезиологии заставляет нас, на мой взгляд, использовать всевозможные регионарные методики для того, чтобы обеспечить адекватную анестезию и обеспечить безопасность пациента во время оперативного вмешательства. Также одним из громадных плюсов регионарных методик и мультимодальности подхода, на мой взгляд, является то, что это позволяет нам уменьшить концентрацию количества веществ, каждого из веществ, которые используются для мультимодальности, что в конечном итоге позволяет уменьшить вероятность возникновения нежелательных эффектов вот этих препаратов. Итак, пути проведения болевого импульса, они представлены на экране. Первым, скажем так, чувствительным нейроном, он расположен на уровне дендритов, периферических нервных волокон, вот, и уже при травматизации тканей у нас происходит выработка активных веществ, такие как брадикинин, субстанция П, простагландины, которые дальше передаются к второму чувствительному нейрону, и там уже по спиноталамическому пути они передаются к коре головного мозга, таким образом формируется в коре формируется уже ответ на болевые импульсы, и мы получаем ту или иную реакцию, связанную с травмой мягких тканей, ну, или каких-либо там органов. Хочется отметить, что биохимические изменения происходят уже на уровне травматизации кожи и на уровне второго нейрона. И при использовании только внутривенных анестетиков, которые влияют в основном на центральную регуляцию болевой чувствительности, мы не способны воздействовать вот именно на эти уровни проведения болевой чувствительности. И в этом-то и есть одна из таких глобальных идей регионарной анестезии, почему она должна использоваться не только в кардиохирургии, но и в кардиохирургии в частности. В чем важность мультимодального контроля болевой чувствительности? Есть большое количество исследований, доказывающих, что недостаточный уровень обезболивания во время кардиохирургических вмешательств повышает число послеоперационных осложнений, а также увеличивает летальность пациентов в послеоперационном периоде. Какой, скажем так, есть смысл того, чтобы использовать регионарные обезболивания в кардиохирургии? Скажем так, сама по себе идея использования не нова, и эпидуральная анестезия на грудном уровне использовалась. Есть работы, которые говорят об использовании данной методики еще в 90-х годах прошлого тысячелетия. Вот. И, скажем так, те преимущества, которые были получены при использовании такого вида анестезии, они были показаны, что при использовании грудной эпидуральной анестезии удавалось получить улучшение кровотока в эпикардиальной области, получалось уменьшать количество анестетиков, внутривенных анестетиков при данном виде, при кардиохирургических вмешательствах.
удавалось ускорить послеоперационную экстубацию, активизацию пациентов, уменьшить иммуносупрессивное влияние наркотических анальгетиков, которые возникают при их системном введении. Также регионарные методики позволяют уменьшить частоту нарушений ритма у пациентов с кардиохирургическим вмешательством и уменьшает частоту возникновения инфарктов миокарда в интраоперационном периоде. Важная составляющая, о которой сегодня говорилось уже не раз, в всевозможных хирургических вмешательствах является хронический болевой синдром. И вот согласно данных литературы, хронический болевой синдром возникает в связи с неадекватным интраоперационным и послеоперационным обезболиванием. При кардиохирургических, торакальных вмешательствах наиболее острыми периодами для возникновения болевого синдрома, так они наиболее болезненные, являются от первых до первые-седьмые сутки. И вот необеспечивание адекватной анальгезии в этот период приводит к тому, что в 37% случаев у пациентов развивается хронический болевой синдром, который продолжается на протяжении 6 месяцев, и у 17% пациентов этот болевой синдром сохраняется на протяжении 2 лет. И это не болевой синдром, который приводит к незначительному дискомфорту, это болевой синдром, который заставляет пациентов постоянно, ежедневно принимать обезболивающие препараты, которые либо наркотические, даже иногда препараты, что приводит к пандемии такое вот использование наркотиков в послеоперационном периоде и ухудшает качество жизни пациентов. Итак, собственно, к регионарным методикам. Анатомия грудной клетки, о ней было сказано, анатомия иннервации грудной клетки, о ней было сказано вчера и сегодня уже большое количество раз. Я не думаю, что стоит останавливаться на этом. Единственное, что скажу, что иннервация грудной клетки, она обеспечивается не только за счет межреберных нервов или нервов, которые отходят от грудных отделов позвонков. Также часть грудной клетки, особенно ее передняя часть, иннервируется ветвями от шейного и плечевого сплетения. На данном слайде представлено распространение местного анестетика, который вводится в межфасциальное пространство при выполнении двух блоков. Это эректор спайн блок и это трансверзус торацис блок. Именно эти блоки выбраны нами как базисные в кардиохирургии в нашей практике. Почему именно эти блоки выбраны? Потому что они обеспечивают более полноценную блокаду нервных волокон, которые задействованы, вовлечены в травму при кардиохирургических вмешательствах. Эффективность регионарных блокад была доказана в большом количестве исследований, что позволяет нам использовать данные методики в кардиохирургической рутинной практике. В чем проблема эпидуральной анестезии, если она, как уже было сказано, во многом, скажем так, не идеальная, но, может быть, является эталоном в плане обезболивания. Проблема ее в безопасности. В кардиохирургии это особенно актуально, так как пациенты очень часто в предоперационном периоде принимают препараты, разжижающие кровь, плюс высокие дозы гепарина, которые вводятся интраоперационно, и любая травма сосуда нежелательная, она может приводить потом к неблагоприятным исходам, а при эпидуральной анестезии, особенно на грудном уровне, это эпидуральные гематомы, эпидуральные абсцессы, которые даже при своевременном выявлении являются достаточно большой проблемой, решение которой может приводить в дальнейшей к инвалидизации пациентов и даже к летальным исходам. Собственно, это привело нас к тому, чтобы использовать не эпидуральную анестезию, а ESP-блок, так как есть исследования, доказывающие сопоставимость уровня обезболивания при операциях на грудной клетке между ESP-блоком и грудной эпидуральной анестезией. Но так как сама по себе особенность блокируемого пространства такова, что медиальные грудные ветви межреберных нервов не блокируются, сам по себе ESP-блок один не может обеспечить достаточного обезболивания при операциях, в которых производится срединная стернотомия.
Именно в связи с этим мы используем комбинацию блоков. Также о комбинировании методик регионального обезболивания есть достаточно много публикаций, которые подтверждают эффективность именно такого подхода. Наш собственный опыт, это где-то около 40 пациентов были нами прооперированы. Алгоритм анестетического обеспечения представлен на слайде, я не буду на нем останавливаться, вы сможете это все прочитать. На мой взгляд, это яркий пример именно мультимодальности подхода к анестетическому обеспечению, потому что мы и используем различные гипнотики для того, чтобы влиять на различные рецепторы, так как известно, что за состояние гипноза или сна медикаментозного отвечают большое количество рецепторов. Это и ГАМК-рецепторы, это рецепторы глутаминовой кислоты, альфа-2 адренорецепторы, центральные опиоидные рецепторы, поэтому какой-то один препарат, как мононаркоз, им достаточно сложно достигнуть полноценной анестезии, полноценного отключения сознания. Ну и плюс нами рутинно используется аппаратура для контроля глубины наркоза, в нашем случае это аппарат Massimo Root, что позволяет нам, во-первых, быть более уверенными при проведении анестезии и быть более уверенными в том, что уровень анестезии достаточный. Плюс это позволяет нам уменьшать суммарные дозы анестетиков еще больше, так как мы воочию видим и глубину наркоза, и изменения на энцефалограмме, которые подтверждают нам достаточность сна для пациента. Так все-таки вопрос был в теме такой, все-таки шутка или смена парадигмы использования регионарной анестезии в кардиохирургии. На самом деле, это уже давно не шутка, но пока не совсем дотягивает до смены парадигмы. Ведь проблема в том, что ESP-блок и трансверсус торацис-блок – это достаточно новые блоки. ESP-блок был впервые представлен в 2016 году, трансверсус торацис – в 2015 году. И пока не существует огромных рандомизированных исследований, которые бы однозначно подтверждали эффективность или однозначно бы говорили об неэффективности данных блокад. Вот одна из статей представлена при робот-ассоциированной была операции, использовался ESP-блок, и люди получили совсем, скажем так, неоднозначные результаты. В чем проблематика? Об этом тоже уже говорилось. Исследования на кадаврах, исследования на живых людях, скажем так, не подтверждают друг другу. Ни одно из исследований на кадавре не подтвердило того, что при ESP-блокаде анестетик распространяется и на вентральные ветви спинномозговых нервов. Они показали, что в большинстве случаев анестетик распределяется только на дорзальные ветви, соответственно, мы не получаем большой части блока. Вот. При этом на живых волонтерах блокада ESP-блок и потом МРТ-контроль распределения местного анестетика показал, что анестетик распространяется и на дорзальные ветви, иногда даже и на эпидуральное пространство, есть даже переход с одной стороны на другую анестетика, что надает нам, скажем так, возможность и надежды говорить о том, что все-таки этот блок более эффективен, чем казалось изначально. Это связывают с тем, что человек при дыхании и работа мускулатуры, которая на грудного отдела, приводят к распределению анестетика, чего нет у кадавра, чем, скажем так, из-за чего и связано такое распределение. Плюс слева вы видите слайд, это распределение анестетика. Опять же, это недостаток УЗИ техники, она показывает нам лишь двухмерное изображение. Анестетик распространяется неравномерно, само по себе пространство, вот этот director spine block, вот это пространство не существует, мы искусственно его формируем, и тем самым не всегда нам удается получить адекватное распределение анестетика, что может приводить к мозаичности блока, что может приводить к неэффективности блока в какой-то из зон. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к грудной паравертебральной блокаде при стернотомии двухсторонней? И второй вопрос: при выполнении эректор спайна блока либо грудной паравертебральной блокады все-таки положение пациента лежа или сидя? Касательно грудной паравертебральной блокады при стернотомии двухсторонней, это прекрасный вид обезболивания, если бы не одно «но».
для того, чтобы обеспечить достаточную анальгезию на всем протяжении разреза, вот, нам, скорее всего, понадобится паравертебральная блокада на нескольких уровнях, что приведет к тому, что нам очень большое количество анестетика будет необходимо использовать для этого. Также обезболивание на самом интероперационном периоде не является нашей, скажем так, полноценной задачей. Также нас интересует и послеоперационное обезболивание. А при таком при паравертебральной блокаде необходима будет и катетеризация на нескольких уровнях. Это, скажем так, достаточно сложно и достаточно сложно выполнимо и не всегда достижимо. Плюс эректор спайн блок, в принципе, тоже сопоставим по уровню анальгезии с паравертебральной блокадой. Проще технически, легче для катетеризации и для послеоперационного обезболивания. Вот. А что касается положения пациента во время выполнения блокад, то по личному опыту, когда пациент находится сидя, то это удобней, и когда он находится в сознании, потому что лучше визуализируется структура обычно и проще выполнить данный тип блока. Есть опыт выполнения блока пациентов после интубации и уже в наркозе, в анестезии. Опыт негативный в плане субъективных ощущений, потому что при миоплегии меняются там анатомические ориентиры, хуже всегда визуализация. И поэтому, если есть возможность выполнять эту блокаду, сидя пациента в сознании, я бы советовал именно таким образом выполнять данный тип блокады. Скажите еще вопрос, такой коллапс гемодинамики при касании париетальной плевры, либо подкостицы. Случались ли такие моменты? Да, коллапсы случались. Это такое достаточно... я не могу сказать, что это частое осложнение, но были случаи, когда происходили такие коллапсы. Чаще всего... для того, чтобы избежать этих коллапсов, я бы не рекомендовал. Есть несколько техник выполнения СП-блокады. Одной из техник рекомендую сначала упираться в поперечный отросток, вводить анестетик, после этого немножко отодвигать иглу. Я бы эту технику не рекомендовал, потому что чаще всего в момент касания мы получаем коллапс, сосудистый коллапс, а у пациентов с кардиохирургической патологией этого крайне нежелательно, потому что если, допустим, пациент с какими-то стенозами устьев коронарных артерий или критическим аортальным стенозом, то это может привести к краху гемодинамики, остановке сердца и перехода из плановой операции в экстренную жизнеспасающую.